31 декабря в России может стать выходным на законодательном уровне, а может и не стать. Решение включить 31 декабря в состав новогодних каникул примет Госдума. Депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому последний день года предлагают сделать выходным по всей стране. Но при этом придется пожертвовать 8 января, чтобы в последний день года не работать. То есть 8 января 2023 года, а это будет воскресенье, станет первым рабочим днем после длительных новогодних каникул. Хотя 100 лет назад Новый год был простым рядовым праздником без выходных дней, говорят историки. Николай II в 1897 году ввел три праздничных дня на Рождество, то есть 25, 26, 27 число стало выходными днями. Но это было введено только для рабочих, фабрик и заводов, а все население было практически крестьяне, рабочие составляли менее 2% населения.